уже против бота. Опа. Уровень. Ага. Что делать? Юниты. Ага, понял, поехали. Отлично. Ну все, пошел контент. Старт. Только мне кажется, игра слишком громкая. А ну я сейчас... А можно настройки, настройки, меню? Сейчас, быстро. Отлично. Господи, как же она орёт. Ах ты ж... Давай, 24. Это кто-то подлагивает. Есть немного, да, я заметил. Но не сильно, не критично. Так, что делать надо? Вызвать зилота, вызываем. Просто делай кристаллики. Делай кристаллики и вызывай юнитов, понял. А может быть просто в три в ряд поиграем? Чем мы этот тут тупим? Эта карта громкая, кстати, да, я забыл. Да, я сразу громкость понизил. Так, ну вроде я в три в ряд играть умею, так что думаю, самый быстрый рукан на Диком Западе. Так, хорошо, давай, понеслась. Отлично. Вы, может быть, не в курсе, но я профессионал игр в три в ряд. Только что я свою сокровенную тайну, наверное, сказал, да? Так. Тебе а тут можно смотреть? У меня глаза вылетают, уши вылетают. Да все нормально вроде. Я там каких-то бабаек тебе направил. Я не знаю, я в лоре Старкрафта не особо сильно хорошо разбираюсь, но вроде кого-то тебе отправил. У меня там есть Игорь, друг. Отлично. Такой небольшой. Познакомься с ним. Он большой, жирный, на самоизоляции сидел 2 недели. Видишь, как ему весело. Так. Тут надо, наверное, чем больше в ряд, тем больше очков будет, да? Как в обычных играх 3 в ряд. Ну, я вангую. Тут надо еще, блин, успевать прожимать эти кнопки, это пипец. Отлично. Ну, то есть юнитов заказывать. Не очень удобно. Ну, ладно, разберемся. Отлично. Пипец. Вроде как StarCraft играем, а вроде как и, не, и нет. Забавная тема. Сколько там для тебя надо? 500. Отлично. Поехал, давай. Я так понимаю, тут и лейтгейм еще будет всякий интересный. Да. О, хорошо, так как пошло. Ребята, я сейчас не особо вижу ваш чат. Не особо могу реагировать на это дело, но я постараюсь. Вот такая жопа. Не зря, что она вылезла, что он мог спокойно зелки выкинуть его. Угу. А тебе еще нужны кастомки, Варик? Да, нужны. Ну, у меня, в принципе, есть пара кастомок пока что, которые я бы поиграл. Если он ПГЦ, то там много кастомок по Варику у него. Я нашел уже 2-3 кастомки по Варику, которые я хочу конкретно так залипнуть в ближайшее время. Только на сюжет. Проработан сюжет там. Отлично. Так что я пока еще не знаю. Но я хочу поиграть, создать свою деревню, это 100%. А там поглядим. Ну, еще можно этот, не Castle Fight, господи. Holy War можно поиграть. Но там опять же нужны люди для кооператива. Там в одиночку довольно скучно играть. Но если что, я даже могу видосик сделать, как играть на серверах RU Battle.net. Там ничего сложного нет. Так, и... И что делать, если у меня больше нет вариантов? А, нет, есть варианты. Вру. Варианты есть всегда. А можно сбросить на Z. Отлично. А, да? Область искривления? Что? Какая нафиг область искривления? Что ты хочешь от меня, игра? Да, это сложно. Так, а тут юниты еще автоматом сами идут, да, или как? Да, когда ты выбиваешь какую-то комнату. Ага. Блин, куда нажимать, что делать? Я пытаюсь играть одновременно в 2 игры, это тяжело. Блин, просрал, ну ладно, пойдет. Очень увлекательно. Тут надо думать. Да. Варианты прикидывать. Отлично. Не просто так все в этой жизни. Либо беспощадно долби по клавишам. Не, ну беспощадно по клавишам, это, мне кажется, такая вся тактика. Делаю. Победы. Давай вот так. Мне кажется, тут надо именно пытаться выбивать эти 4 в ряд хотя бы. Тогда будет вообще кайфово. Для спама. Не, ну для... Ну да, для спама можно, да. Блин... Смотрю и ничего не вижу. Вот это прекрасно. Вот это я разучился в игры в 3 в ряд играть. Раньше за секунду находил вариации. Ага, нашел. Блин, на самом деле, реально, Близзардам надо было создать просто свою официальную игру 3 в ряд и не париться. Чего они вот это тупили? Вроде у них есть кинекра. А, да? Отлично. Вроде. Замечательно. Я бы такую отлично игру даже купил. Отлично. Отлично, игры с донатом. Ну что, поехали спамом. Интересно, спам работает? Спам на спам — это не спам. Спам зилотами будет работать или нет? Его можно законтрить муталистами, если что. Ну, наверное, если бы я знал, кто это такие, если... было бы вообще классно. Короче, летучие мыши. А, понял. Сморг не думает, сморг стукает. Это да, это правда. А что там происходит? Да нет, зилот аля выпиливает всех. Нафиг надо думать, если делаешь кучу зилотов. Так. Ну да, есть такое. Для своего каждый контракт. Блин, я тебе даже ни одну турель не снес. Это мне тоже, кстати. Что-то какая-то битва у нас такая, на истощение. Отлично. Или на ошибку, не знаю. Кто где продолбается, короче. Кто где будет долго сидеть и думать, какие же кнопочки тут 3 в ряд сделать надо.
Ну просто если ты долго сидишь, думаешь, то противник преимущество получает. Поэтому надо очень быстро здесь реагировать, наверное. Так. Блин, нет вариантов. Вот варианты, хорошо, поехали. Как же... Блин, минус турель! Я тебя выношу! Я заметил. А можно не так глубоко и не так больно, а? Первое свидание все-таки как-никак. Зачем так больно? Это вступительный бой. Ага, спасибо. Вот ты решил показать, кто здесь батя, да, в костюмках? Ага. Отлично, да я без тебя знаю, диктор, что отлично. Так, блин, эти три в ряд, на самом деле классная тема. Я, если честно, про эту костюмку даже не знал, пока ты мне не написал про нее. Отлично. Там много каких-то костюмов, там даже этот Мегвариор есть, это что-то не посмотрел. Да там дофига чего есть, как я понял. Так, давайте сюда вас передвинем, ребята, а то что-то не видно в игре. О, легендарная. Вот это комбуха, это что за херня большая пришла? А как эту херню большую вызвать? Херак? Ну как его зовут? Вот эта большая херня, которая с двумя лучами пуляет. Так это он лучше бы старались. Отлично. Я, кстати, деактивирую его лучше. Я не знаю, что тут вообще происходит. Я просто делаю три в ряд, и мне нормально. Тут они толк вызвать, ведь надо еще и спамить заклинаниями. А, тут можно так делать, отлично. Да? Темпоральная бомба. О, прикольно, да, я не... Блин, а что ты мне только сейчас это сказал, я не понял. Там есть. Какого хрена я про это только сейчас узнал? Я что-то заметил, как бы спамил. Вообще первый раз вижу, что здесь можно какими-то скиллами пользоваться. Скажи, то, что так оставалось, что-то тебя ультральской деактивировал. Пипец. А я даже не видел, что это такие тут заклинания есть. Это область искривления, что она дает? Если бы я знал, что они еще дают эти скиллы. Отлично. Трындец. Потрясающе. Просто поднимает на С, замедляет, Б хилит, Б... Отлично. Замечательно, вот заходить я. Первый раз в эту карту, никогда не понимаешь, что происходит, и отлично проводить время. Парни, выходим! Нашу базу насилуют, пора выходить. Отлично. Нет, оставайтесь в казармах. Опасный коронавирус. Ага, сейчас он тебя заразит, ты давай, подходи поближе. Я сейчас как чихну, вот тебе весело общи. Будет. Да-да, общи, простите, я не хотел. Общи, с пол армии. Блин, и карта очень громкая. Я тут снизил уровень громкости, она все равно орет. Капец, давай башнями. Да блин, нет башен, парни, нет башен. Тут просто какие-то мобов надо. Опси. На Б какую-то срань можно сделать. О, как тихо стало. Что-то как-то неожиданно даже. Отлично. Что-то такая тишина внезапная. Затишье перед бурей. Это буря в стакане. А, да, она самая. А, ничего не да вижу. Меняй. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Нет. Что происходит? Какие-то шторма, блин, пошли. Сценические шторма прям. Заказать, что я хотел. Отлично. Очень неприятно. Больше так не делай, пожалуйста. А? Трындец. Доктор, а мы будем жить вообще? Чё так больно? Блин, чуть-чуть приболел, так что чихаешь штормами. Отлично, чихаю. Баншами? А кем тут пойти можно таким вот прям? Может, таракашками? Тараканами против зиотов плохо дерут. Понял, значит, зря я их заказал. Отлично. Ну ладно, зиоты против зиотов, думаю, тоже неплохо сработают. По крайней мере, посмотрим. Блин, конечно, тут надо так быстро кликать, надо реально быть самой быстрой рукой на Диком Западе. Или быстрая рука, ну ты знаешь, где можно прокачать. Там делается одна штука на ножках, Т называется. Т вызывается? Где? Я не вижу, у меня нет кнопки Т здесь. У меня здесь ни хрена нет. Поэтому я даже не знаю, кто там куда вызывается, но у меня сейчас будет вызываться горение жопы. Из-за того, что я не вижу вариантов. О, вижу вариант, отлично. Я тоже не вижу, я как ежик в тумане.
Блин, нет варианта. А нет, есть варианты, отлично. Есть варианты, хорошо. Пришли соседи сверху, сказали, он слишком громкий. Ага, мы в ответ включили рок-музыку. Сказали, хорошо, отлично. Теперь будет потише. Блин, капец, что так мало вариантов, ё-моё. Отлично. Не, варианты есть, но их очень мало. И, и начинает образовываться проблема такая, что типа снизу нет вариантов, а они все сверху. А сверху это как бы бесполезные варианты, очень бесполезные. Толку от них ноль. Но вроде как-то что-то получается даже. Понеслась моча по трубам. Ну я не знаю, у меня что-то получается, но не очень хорошо я вижу. Отлично. Так, надо... Там может два без этого. Темпоральная бомба, как работает? Ой. Замедляет моих. А-а-а. Ну и, и моих, видимо, тоже, да? Моих, видимо, тоже замедляет. О, хорошо-то как пошло. Нас атакуют. Серьезно, вас атакуют? Ой. Так его сейчас сольют быстро, у него жизни нет. Толку от него. Так. Давай еще. Отлично. Покажи, из чего мы сделаны. Неплохо было, давай еще. Отлично. Потрясающе. Извини, вам, брат, это вам пидстопить. Так, ну надо потихонечку как-то поднасрать, а то что-то я вижу... А, кстати, подожди, я тебе жизни даже базу немножко снес, да? Да, ты что-то поцарапал крафт. Блин, придется теперь новую заказывать. Ну извини меня, пожалуйста, я не хотел. В следующий раз базу сломаю, я не буду ее царапать. Так. Капец, что это происходит? Привет, ворожочек, кстати. Т самое правое верхнее, это колосс бьет по площади. Т справа... А, он есть действительно? Блин, я его не видел вообще. Впервые я вижу его. Я думал, там какой-то другой юнит, я вообще туда не смотрел. Капец, спасибо, ребят. Я без вас вообще не справился. По сути, у меня есть хороший тиммейт, и называется чат. Выключить надо, деактивировать какой-то темпоральной бомбой, да? Слишком мешает побеждать. Капец, подперло. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как хорошо пошло. Какие комбухи. Ё-моё, моё почтение, игра. Да мне как-то похер, и меня слишком много. Я как зерк буду толпой. Ой-ой-ой-ой, ты смотри, как много пошло очков. Ой-ой-ой-ой, ты только глянь на это. Кто же тебе сейчас пойдет? Кажется, камбэчная. Кажется, камбэчная пошла. Меня, кстати, поперло нехило, так, куку запомнило. Ага. Тут, кстати, больше 1000 нельзя накопить. А, да? Блин, а значит, отратить. Сейчас будет вообще. Блин, а совсем про скиллы забываю. Можно в эту карту, ну, без скиллов? Чтобы только юнитами душить. А, нет. Блин, жаль. Обратись к Activision, потому что они запилят. Спасибо. Сейчас Бобикотику напишу лично. Отлично. Блин, вообще вариантов не вижу. Вот хреново. Отсрань. Банзай! Последний бой. А вот и нет! А вот и да! Отлично! Парни, выходим, наших бьют! Извините, вам это заморозить пытались. Да, и чё, и чё? Он не атакует, он просто стоит его дербанит. Ничего, зато пацаны в округе бьют. И очень больно. Жарь, колос, отжарь их! Отжарь всех. Риндец, я вообще не смотрю на это, на чат и на то, что происходит слева. Привет, Акирыч! Кстати, да, три в ряд. Я не понимаю, что происходит. Я вообще не понимаю, игра такая громкая, что я ничего не понимаю, что происходит. Но очень интересно. Ага, танк затащил. Отлично. Очень интересно, но ни хрена не понятно. Танками давить надо. Отлично. Потрясающе. Круто. Понеслась. Единственное, что я заметил, так это то, что меня душит. Причем очень не слабо душит. Кстати, заразы такие. На газ дают побольше из-за меня. Ага. Нельзя. Блин. Нельзя колоссами играть. Да? А ультралисками можно? Ах, шмульки, нас бомбят. Трындец. Ребят, если что, я сейчас чат очень смутно читаю, но спасибо всем, что вы там пишете. Тут просто видите, какая жопа происходит. Я не совсем понимаю, что здесь где и как. Темпоральная бомба. Давайте я тоже такое говно закинем. У меня тоже такого есть. Война. Отлично.
Ой, тут надо что-то делать. Отлично. Хорошо. А, душа на кот. Проклятые, что ж это вы делаете, да? Изверги. Души, души, души. Ну хотя бы одну развалите ему, ё-моё, ну сколько можно? Хотя бы одну турельку сломаете, ну что ж это такое? У нас вообще уже ни одной турели нет. Отлично. Трындец. А, как же больно. А, привет, PC директор, кстати. Долагать не должно вообще. Кто на спауне? Да? Ну, это в принципе логично. Нельзя. Так, хорошо, идем дальше. Блин, как же тяжело-то, а? Вроде нормально идет. На тебе тут чих, твой любимый чих, так сказать, подъехал. Блин, нет вариантов. А, нет, есть варианты. Хорошо, поехали. Поясните, если не будет вариантов, он сам тебя все перетусует. Да, но просто я их не вижу. Отлично. В этом-то проблема. Не то, что их нет, я просто их не вижу. Блин, кажется, опять нас душат. Ну, ё-моё, да только что все было хорошо. Отлично. Это мне повезло сейчас. Это чисто рандом. Наверное, да. Рандом и ловкость рук, ничего лишнего. Ну все, давай. Бай-бай. А, все, да, ну все, ГГ. Это да, это ГГ уже. Не, ну в принципе неплохо. Первая катка и вроде как даже не сразу сдох. Фу! Че, хочешь еще раз? Да, ну можно попробовать еще раз, я хоть теперь понимаю, как в это играть. А то я ж просто. Я ж вообще ни разу в эту карту не играл, я ж не в курсе был, как она работает. Ты посмотри по фаворит по войскам и фаворит по умениям. Где? А фаворит концерт, по войскам. Ну, у нас у обоих эти... Зилки. Зилоты, да. И а все вот... шторма. И все шторма. Ну так, блин. И это единственное, чем я вообще пользовался, потому что эта паральная бомба бесполезная. А, что там еще? Еще какая-то хрень бесполезная. Скорость... Она мешает скорость перемещения и скорость автоатак. Ну, не знаю. Что-то как-то я пользу вообще не заметил, если честно. Слово совсем. Типа, идет в тебя толпа мариков. Ты кидаешь паральную бомбу, и колоссы просто сбривают, они ничего не носят. Угу. Сейчас еще раз создам. Давай попробуем еще раз. А может быть еще кого-то?